Хаю-хай всем! У нас выходной, и мы решили немного попутешествовать по Эстонии. В этот раз всей нашей семьей мы прокатились в поселок Ярваяни, в этакий музей под открытым небом, или, как его называют, приют старой техники. Этот музей был основан в 2004 году пожарным обществом поселка Ярваяни, как гласит нам Википедия. Помимо приюта старой техники, здесь находится также пожарный музей и музей кино. Главная задача, которая ставилась при создании музея – коллекционирование и экспонирование старой техники, которая двигалась по эстонским дорогам преимущественно в советское время. Здесь находятся старые автомобили советских времен, автобусы, грузовые машины, дорожная техника и пожарная техника как советского, так и иностранного производства. В общем, местечко однозначно зачет. Кто-то может сделать здесь фотографии, кто-то просто погулять, а такие, как я, могут снять прикольное видео.